или ожог, пытаясь справиться с которым, клетки начинают индуцировать противовоспалительные медиаторы фактора роста цитокин. Поверхностные пределы рогового, срединные пределы мальпигиевого и глубокие пилинги, повреждение сосочкового слоя дермы. То есть мы заставляем клетки работать, мы заставляем клетки индуцировать противовоспалительные медиаторы, факторы роста, цитокины, мы стимулируем индукцию коллагена, эластина, обновление за счет того, что мы оказываем достаточно агрессивное воздействие, разрушая, истончая защитный барьер. То есть чем активнее мы хотим простимулировать, тем мы выбираем более высокие концентрации, оказываем более агрессивное воздействие, более выраженное повреждение. Чем выше концентрация, тем ожог сильнее, разрушение защитного барьера сильнее, истончение больше. Чем более высокая концентрация, тем протокол выполнения более сложный.